Вітаю вас на першому міському. Це інтерв'ю дня в студії Ірина Коробко. І наша розмова буде, як завжди, актуальною та відвертою. Ну що, дочекалися? За два дні до весни Одесу завалило снігом. Я думаю, що дітлахи дуже радіють цьому факту. Це, ну, справді, ще й школи, і садочки позакривали, тож можна гуляти до схочу. А от дорослі ставляться до цього. Ну, знаєте, як комусь подобається, комусь не подобається, але працювати все одно треба. Ну, чесно кажучи, попереджали про те, що Одесу очікує снігопад, попереджали про погіршення погодних умов. Не раз ми самі попереджали про це. І сьогодні, мені здається, є результат, тому що дороги міста, ну, справді, майже вільні. Десь, може, якісь є якісь проблеми, але все ж таки вільні. Техніка працює і, ну, пересуватися по місту можна взагалі-то без проблем. Але як буде завтра, тому що синоптики говорять, що завтра буде ще більше снігопад, ніж сьогодні, і взагалі ця зима, вона десь дні на три. Тому Олександр Козловський, директор департаменту міського господарства Одеської міської ради, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Олександре Марковичу. І сьогодні будемо вас питати, як же ви оцінюєте роботу, критично оцінюєте роботу своїх підлеглих, тому що на власні очі бачила, що техніка подекуди працює, що дороги проїжджаємі, але все ж таки сніг ще є, і якщо завтра буде снігопад ще більший, то чого нам чекати? Так трошки хай сидять вдома? Ну, во-первых, продлили маленькі канікули для наших дітей, да, ще на два дні. В самом деле, завтра где-то к обеду начинается опять интенсивные осадки в виде снега. И, кстати, ветер будет сильнее даже, чем сегодня. Порывы ветра будут где-то до 25 метров в секунду. Сегодня были до 20. Надо отметить, что за ночь, конечно же, мы дороги сможем. Я надеюсь, что все-таки транспорт, скажем так, с проезжей части будет забран, мы сможем почистить дороги более качественно, потому что все-таки наличие транспорта, стоящего у бордюра, не дает возможности этот снег сместить в сторону дорожки безопасности и даже выложить на нее. Вот. И завтра будем начинать все сначала, потому что это как в природе, снег идет, мы должны его убирать. Конечно же, немножко изменится, может быть, технология уборки снега, потому что она зависит от времени суток, от температуры, от наличия, на самом деле, снежного покрова, величины его, от ветра, от многих факторов. Могу сказать, что я сегодня выезжал за пределы города, мы проверяли въезды в город и непосредственно, как полиция работала с большегрузными автомобилями, которые, согласно распоряжению, были с 8 часов прикрыты въезды в город, и, соответственно, эти автомобили должны были останавливаться за пределами, чтобы дать возможность обеспечить жизнедеятельность города и обеспечить свободный проезд. Так вот, ветер был такой, что, в принципе, даже некоторые участки дороги абсолютно голые. Снег где-то, да, снег где-то наметает, а вот часть дороги абсолютно пустая. В городе сила ветра была не такая велика, слава богу, это легче для наших служб, связанных с воздушными линиями, то есть это облэнерго, это горзелентрест, деревья, ничего не падало, как говорится, никаких обрывов нет. Вот. Но зато есть немножко больше снега. Ничего, мы справимся, уберем. Наскільки великі машини не будуть їздити через Одесу? Ну, поки що. Пока з поліцією все время ведеться діалог із облавтодором, со службою автомобільних дорог України, тому що все ж таки Одеса – це логістичний центр, хаб, тут і порт железнодорожна станція, да, і, в принципі, проходять кілька міжнародних коридоров. Ну, я сегодня вот только что разговаривал с человеком из Белгород-Днестровска. Выезд из Белгород-Днестровска тоже закрыт. Почему? Потому что через Поланку машины не пускают. То бишь, даже те большегрузные автомобили, которые хотят воспользоваться выходом на Румынию, на Болгарию, Грецию, они пока не могут это сделать. Но я надеюсь, что техника отработает и откроет трассу, и рассосется это, ну, буквально, наверное, максимум день.
Ну, судячи за прогнозами синоптиків, це на завтра і на післязавтра, а потім вже весна. Ну, так, як і повинно бути. Так, тому що в суботу вже будуть осадки в виді дождя, і температура повинна повиситися до 4-5 градусів. Типово одеська зима, так. Але все ж таки це вже весна і справді, тому, мабуть, за календарно повинно бути вже весна. Знаєте, нельзя так сказати, тому що в прошлом віці, извините за таке вираження, я був тоді начальником ЖЕО, і мене штрафували за неубраний сніг 27 марта. Випав сніг, і доволі таки великий. Он продержался, правда, тоже сутки, но тем не менее санстанция тогда успела составить протокол. То есть надеяться на то, что мы избавимся от этого как бы на совсем. Погодные явления, они, к сожалению, сейчас в мире довольно-таки непредсказуемые, но мы будем надеяться, что все-таки весна вступит в свої права, і ми будемо зустрічати в кінці концов літа, готуватися к пляжному сезону. Я думаю, що голови ЖКС вас зараз почули стосовно 27 березня. Тож нема чого розслаблятися, так? Так, да, розслаблятися не можна ніколи, тому що треба бути готовим к любым неожиданностям. Наша задача состоит в том, чтобы все-таки сделать эти неожиданности минимально заметними для жителів нашого міста. Чи достатньо сьогодні снігу прибираючої техніки, чи вона працює у такому режимі, як ви обіцяли до цього снігопаду? Ну, ви знаєте, техніка працювала в кілька етапів. Вот ночью, коли сніг почав йти, він десь в часа 2 ночі, в основному працювали пескорозбрасуватели, які викладали песчано-соляную смесь на сложных участках дорог, а начиная где-то с 6 утра уже вышли колонны. И я, будем говорить так, контролируя порядок уборки, я видел 6 автомобилей ходили по Днепродороге, потом пошли по Николаевской дороге, по улице Разумовского шло порядка 5 машин, потом на поселке Таирово, все это сопровождается автомобилями полиции. Конечно, мы приносим, скажем так, свои извинения перед участниками движения, что оно немножко медленно идет, но зато есть результат, и техники достаточно, в принципе, работает она уже в полном объеме, то есть порядка 110 единиц, включая тяжелую технику, имеется в виду это и погрузчики, и грейдера, которые работает уже ближе к бордюру и, соответственно, поднимает тот тяжелый снег, который сгоняется нашими машинами с отвалами. Надо отдать должное, проводятся регулярные заседания штаба. Сегодня утром даже мы общались с Леонидом Геннадием Леонидовичем Труханом по скайпу, я и Орловский Анатолий Ильич, мы доложили, что было сделано. Вот, в принципе, он нас выслушал, дал ценные указания, я имею в виду, чтобы мы не теряли контроль и держали его в курсе. Ну, то есть он работает, продолжает работать. Да, да. Точно так же эти заседания штабов с привлечением также и полиции, и всех наших служб, имеется в виду образование, здравоохранение, транспорт, военные, оборонная работа. Все это координируется, поэтому если на нашем сайте городском выложены все телефоны, которые дадут возможность любому гражданину обратиться по тому или иному вопросу, поэтому рекомендую, если что-то где-то видите, какой-то непорядок, где-то, по вашему мнению, недостаточно уделено внимания тому или иному вопросу, надо звонить, мы отреагируем, примем меры для того, чтобы улучшить то, что нам будут указывать. Звертайтеся, так? Звертайтеся, не замовчите ці ситуації. Да. Ну, мені здається, знаєте, що я, звичайно, по всьому місту не знаю ситуацію, але мені здається, що все-таки машин цього року у такі дні складні погодні значно менше, ніж було раніше. І здається, що таки роботу над помилками зробили, і водії, ті, які можуть залишити машину вдома, вони це роблять. Ви праві, учаться всі, учаться водителі, учимося ми. Правда, некоторі водителі використовують це для того, щоб, може, полихачити, всі бачили цей сюжет в інтернеті. Я присутствовал при этом, я стояв на Тираспольській площаді ще
пошутил с этим человеком, который снимал это все на видео, когда там дрифтовали эти два автомобиля. Угу. Вот. Ну, к сожалению, видите, условия такие, что можно было даже устраивать такие экзотические, скажем так, гонки. То бишь, транспорта гораздо меньше, и это, в самом деле, позволяет организовать общественный транспорт, имеется в виду и троллейбусы, и трамваи, и автобусы. Они спокойно могут привезти, увезти, доставить людей к местам работы или к местам проживания. Вот. Все-таки вы правы. Наверное, мы движемся в такой вперед и в более цивильной форме начинаем общаться с друг другом. То бишь, когда предупреждали, это был там 14-й год, к сожалению, все плюнули, выехали. В конце концов, получили коллапс. Все пометаются, мне сдается. Да, к сожалению, эти автомобили пострадали, в конце концов, потому что оказались в заносах, и мы знаем, що були случаї вандалізму. Такий транспортний колапс, який був, мені здається, його вистачило на багато років наперед. Горький опит. Щоб, ну, бачити, як на своїх помилках вчаться. Розумні кажуть, на чужих вчаться, ну, але ж таки, це, що маємо, то маємо. Ну, якщо, ну, тобто, які б снігопади зараз не були в Одесі, ви готові до будь-якого розкладу подій, наскільки я зрозуміла, так? І синоптичні ці прогнози вас зовсім не лякають, хоча... Ми обов'язані бути готові. В будь-якому випадку, да, город не должен ни остановиться, ни прекратить жизнедеятельность. Все равно необходимо будет испечь хлеб, доставить его в магазин. Необходимо будет обеспечить работу врачей для того, чтобы можно было, как вчера, помните, некоторые там, скажем так, иронично отнеслись к тому, что в области областного управления здравоохранения дало, в принципе, своим лечебным учреждениям возможность взять в больницы тех пациентов, у которых там запланированы какие-то операции, или там, допустим, женщины на последних сроках беременности, для того, чтобы потом обеспечить квалифицированную медицинскую помощь. Вот мы к этому тоже должны быть готовы всегда, в принципе, обеспечить то, чтобы у людей была вода, тепло, электричество. Ну, по селах ситуація значно складніша, звичайно. У місті це простіше зробити, мабуть, з одного боку, так, а з іншого боку, так. Ну, стосовно от медичного, ви вірно підмітили, що в Одесі з цим простіше, звичайно, тому що є лікарні під боком, є і всі лікарі працюють. І треба, до речі, ми були і в травмпункті, і бачили, що зараз, звичайно, робот побільшало у хірургів і у травматологів. Ну, це кожного року так відбувається, тому треба бути просто уважнішими, уважно, особливо людям похилого віку. Большая просьба і к людям. Я обращався по телевидению вчора, все-таки к людям, чтобы не рисковать. Если уже необходимость очень срочная какая-то, то одеваться по сезону, одевать обувь. Помните, как давали когда-то старые советы, что вот если обувь скользкая, наденьте старый носок, он будет тормозить. Зараз існують більш даже прогресивні способи, вот. Самое які можна... главное, чтобы да, не травмироваться, чтобы все остались, как говорится, здоровы и работоспособные. Наскільки ми знаємо, будуть і пункти обігріву. Пам'ятаєте, ми про це говорили, так, минулого разу, і зараз погода повернулася так, що це вже потрібно. Ну, там є стандарти у нашої служби ГСНС. Розміщені два пункти обігріву, да, вони стандартні, їх місця були определені зарані. Це Жолі-Кюрі 29, около железнодорожної станції Одеса-Восточная, де пересадочний узел для приїжджаючих на електричках в город і наоборот, від'їжджаючих із города. І район, скажімо так, Преображенський парк, це район привозу, ЖД вокзала, можна назвати це так, це теж место, где, в принципе, большое движение людей, в том числе, возможно, что необходимо пересидеть какое-то время. Конечно, желательно, чтобы эти пункты были, скажем так, в самом деле пунктами обогрева и не превращались в пункты проживания лиц без постоянного места жительства. К сожалению, такое тоже встречается. Они будут работать только на период вот такого вот погодного, скажем так, явления, это морозы. Пункт обогрева, он предназначен для того, чтобы человек зашел, согрелся, подзарядил свой мобильный телефон, выпил чаю, там, печенье какое-то, и там час-два, и пошел дальше по своим делам. Зрозуміло.
Ну, я думаю, що ви вже, мабуть, все ж таки готуєтесь більше до весни, так? Ви вже сказали, що скоро пляжний сезон, туристичний сезон. Я знаю, що ви починаєте це робити десь з осені приблизно, так? Тоді, коли зима вже закінчується, то тоді вже ви вже майже готові до того, щоб стартувати. Ну, як тут поговорки, готові самі літом, так і ми готуємося, тому що... И наши коммунальные предприятия, и тепловые сети, и ЖКС, управляющие компании, и наши Зелентресты, Гурдор, Гурсвет, они все свои мероприятия, конечно же, разрабатывают заранее, потому что иногда для того, чтобы выполнить ту или иную задачу, надо какое-то финансирование дополнительно, поэтому в бюджет города закладываются средства и на покупку техники, и на покупку материалов, которые необходимы для того или иного рабочего, организации рабочего процесса. Поэтому, конечно же, эти планы есть. У нас всегда принимается план мероприятий при подготовке к весенне-летнему периоду. Что у вас департамент запланував на цей сезон? Що такого з грандіозного такого? Чи немає грандіозного, які є робочі моменти? Тяжело ожидати. Лучше працювати методично і заплановано зарані. Звісно ж, і в КПТГО ми продовжимо заміну теплових сітей, тому що в цьому році, вірніше, в прошлому році ми замінили і уменьшили потери, які в теплових сітях, практично вдвоє. Вот. Я надеюсь, что и Зелентрес будет развивать свои оранжереи, отремонтирует, и у нас будет больше посадочного материала, соответственно, будет больше цветов высаживаться на клумбах города. Потому что покупать хорошо, но это почти в два раза дороже, чем вырастить самому. Классно, так. Вот. Я надеюсь, что и закупка новой техники позволит и городским дорогам увеличить качество, улучшить качество своих работ. Я думаю, что будут и в сервисном центре введены, у нас уже два фонтана будет отремонтировано. Один — это Малая ваза у памятника афганцев в парке Шевченко. И второй фонтан будет хорошо, капитально отремонтирован. Это так называемая «Русалочка» в парке Победы. Я надеюсь, что и общественный бюджет будет выполнен. Соответственно, у нас появятся и новые благоустроенные скверы, что даст возможность, конечно же, горожанам больше радоваться тому, что делается в городе. Потому что, конечно же, это труд, большой труд, но тем не менее мы к нему готовы. Ну и гостей приймати теж, так? Тому що і гостям треба мати що показувати. Ну, ви знаєте, наверное, ми работаємо спочатку для самих одеситів, а потім вже для гостей. З одного боку. Ну і грецький парк теж буде добудований, так? Безусловно. Ви знаєте, дуже багато моментів, які зв'язані з такими знаковими. Звісно, як би не говорили, спочатку, скажімо так, хтось з недовір'ям відносився до тим чи іншим подіям. Іноді, може бути, критикували. Але, тим не менше, коли це відкривається, всі бачать, як це красиво і радує глаз. Вот Истамбульский парк, и Потемкинская лестница, которые были открыты в прошлом году. Неужели это все так плохо? А поначалу-то не доверяли. И что, критики стоят прихильниками вашими, как вы уважаете? Ради бога. Пусть они остаются при своем мнении. Я думаю, что в этом году и колоннада будет открыта. То есть, ну, по факту будет много приятных событий для жителей нашего города и, конечно, для гостей города. До реставраційних робіт саме, так? Да, да. Ну, а що стосовно цієї теми нашої, я думаю, що нам з вами пора завершувати, тому що сьогодні все зрозуміло зараз, так? Техніки вистачає, ви працюєте. Якщо все це почне танути десь через кілька днів, то наскільки готове місто до того, що вже прийшла весна, ну і все, і на цьому ми завершуємо. Ну, я скажу так, что после каждого дождя, после каждого снегопада интенсивного, его таяния, в любом случае все предприятия, которые связаны с водоотведением дождевых вод, они делают профилактические работы. Это и насосные, которые собирают ливневую воду, там делается профилактика всему оборудованию. Это и чистятся наши ливневые сети, это чистятся каналы. Поэтому в любом случае никто не останавливает эту работу, она будет продолжаться. Я надеюсь, что
Мы опять же, многое как бы задумок есть на том, как модернизировать эти сети, чтобы облегчить нагрузку на старые, то, що було построєно ще до революції, к сожалению. Саме тому ми маємо, да, після кожного дощу от такі проблеми. Да, центр города, в принципе, не справляється, да. Каналізація строїлась в 19 веке, вона була рассчитана на определенный об'єм. В центрі, в старому історичному центрі города каналізація совмещенная, то есть ливневая и хоспекальная, она совмещена. Поэтому и происходят вот такие моменты, которые связаны и на Таможенной площади, на улице Приморской. Вот. Конечно же, мы стараемся поддерживать их в рабочем состоянии, чтобы они максимально были эффективны даже в том маленьком, скажем так, объеме, который там был предусмотрен. Ну, а кардинально изменить еще сможно в этой ситуации, или не, враховуючи то, что это центр? Ну, разрабатывается проект о том, как правильно отвести, потому что, во-первых, и площадь водосбора гораздо больше стала. Ведь по факту водораздел между южной и северной частью обслуживаемой СБО, так называемой, то есть станциями биологической очистки, он проходит в районе улицы Щерса, ну, Рихтера сейчас. Можете себе представить, насколько вот старый город был маленький, вот, вот Слободка, ну, еще там на Бугаевке было пару предприятий. Я зрозуміло, что масштаб зовсім інший. А теперь везде застройка, это все жилая застройка, и, к сожалению, ведь раньше было что? Брусчатка. В основном тротуары были мощены камнем, причем который брался с моря. А сейчас все заасфальтировано, то есть ничего в землю не впитывается. Оно все уходит... Набагато складніше. Да, оно все уходит в именно эти ливневые системы. Я вам дуже дякую. Олександр Козловський, директор департаменту міського господарства Одеської міської ради, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що як працює сьогодні техніка і як сьогодні місто справляється із цими зимовими днями, останніми зимовими днями. Ну, а одеситам я хочу сказати лише одне. Якщо є змога, звичайно, можна залишитися вдома, а якщо немає, то в усякому разі є ще кілька днів для того, щоб насолоджуватися зимою, тому що вона дуже скоро скінчиться. Дякую вам, до побачення. Побачимося.